Всем привет, ребята! С вами я, Нубик в Майнкрафте, и сегодня мы с моим другом профессионалом решили немножечко поразвиваться в этой замечательной игре. Да, ребят, всем привет! Вот, короче говоря, мы уже зашли вот в этот мир и увидели то, что здесь есть вот такая вот куча лаки-блоков. Смотри, профессионал! Ой, да ну нафиг эти лаки-блоки, я им не доверяю. Не доверяешь? Ты чё, не любишь лаки-блоки? Нет, вообще не люблю, вообще какашки. Ну и как хочешь. И кстати, также профессионал в этот мир установил какой-то мод на каких-то очень страшных монстров, да? А, да, я установил этот мод. Зачем ты его установил? А вдруг сейчас какой-нибудь монстр здесь появится? Он же нас просто возьмет и убьет, ты понимаешь это? Ой, да ладно, ну бас, ведь рядом с тобой есть я, профессионал, я всех убью монстров. А, ты всех монстров убьешь, ну ладно. Нам, короче, сейчас нужно построить дом, пока не стемнело, потому что ночью к нам могут прийти эти самые монстры, понимаешь, да? Да, понимаю, поэтому пойдем с тобой быстренько накопаем дерево и построим нормальный дом. Какое дерево? Ты чё, профессионал, сумасшедший что ли? У нас же есть целая поляна из лаки-блоков, из которых выпадают супер крутые вещи, понимаешь, да? Нет, не понимаю, они тебя убьют сейчас, понял? Я им не доверяю, уродские лаки-блоки. Ну и ладно, иди тогда копай свое дерево, строй себе обычный дом. Ну не буду копать, да. Всё, а я сейчас накопаю себе лаки-блоков, мне выпадут какие-нибудь крутые вещи. Так, сено. Ну ладно, сено это не особо крутая штука, интересно. О, смотри, что мне выпало, профессионал, а ну-ка, иди сюда. Смотри, опа, видал, золотая зачарованная мотыга. Ну нафиг мне это твоя золотая мотыга, нубская, иди отсюда. Ой, ну и ладно, продолжай копать свое дерево. Сейчас я еще, ребят, накопаю лаки-блоков. О, фейерверки! Смотри, смотри, профессионал, на этот раз мне выпали алмазы, видишь? Дай мне алмазы, я тоже хочу, откуда у тебя алмазы? Не дам, они мне выпали из лаки-блоков. Вот ты дальше копай свое дерево, а я буду лаки-блоки рушить. Не, я тоже буду лаки-блоки рушить, чтобы тебе ничего не досталось, лошара. О, не, это я буду рушить, а ну-ка иди от моих лаки-блоков, понял? О, дерево, как раз то, что надо, а ты только что целую минуту потратил, чтобы... О, ты чё? У тебя зомби появился, ты чё, сумасшедший что ли? Ну ты даёшь. Я вскопал всего лишь один лаки-блок, и мне так не повезло сразу же. Ты вообще какой-то невезучий профессионал, реально, как так можно вообще? Ну и ладно, я буду дальше копать, мне уж не повезло. Что значит дальше? Нам нужно разобраться с этим зомби, понимаешь, да? А у меня для этого есть какая-то зелька, ну-ка на, держи, опа. О, ты чё в меня кинул? Ты дурак? Я сейчас умру, ты вообще офигевший профессионал. Ну ладно, у меня осталась половина жизни, нужно, короче... У тебя ноль жизни осталось, теперь все твои вещи мои. Ну и ладно, у меня топор есть, а ты отобрал его. Ладно, все, держи, мне нужны мне твои золотые, золотая фигня, на. Ты вообще офигел, это мои штаны, слышь. Да на, забирай, главное алмазы мне оставь, они мне нужны. Ну и ладно, забирай свои алмазы, я сейчас накопаю новых вещей и буду круче тебя, понял? Ладно, я быстрее тебя накопаю крипера. Тебе вообще профессионал не везет что-то. И чё, у меня что ли все вещи взорвались, я понять не могу, а нет. О, золото, спасибо, и алмазы, спасибо. Алмазы, отдай алмазы, отдай, дурак. Не, все, давай, пока, я сейчас накопаю вещей себе крутых и вообще буду самым крутым, а ты лошара, понял, да? Ладно, давай по-быстренькому накопаем себе каких-нибудь крутых вещей, пока к нам монстры не пришли. Давай, давай, опа, о, яички, прикол. Ну ладно, надеюсь, этот монстр будет каким-нибудь маленьким, каким-нибудь безобидным, вот. Поэтому, не понял, ты чё тут взрываешь? Смотри, обернись, профессионал! А вот и первый монстр! Да, это корова какая-то, мутант! Я, кажется, с этой коровой уже встречался, но тогда она была очень маленькой, а на этот раз она гигантская, пипец! Это, видимо, мод ее так увеличил. Да, моды дурацкие какие-то установили, ну ты лошара, конечно! Не бей меня, давай лучше с коровой драться. Кстати, блин, у меня всего лишь деревянные инструменты, что делать? Не знаю, я тебе могу мотыгу дать, держи! О, блин, нафиг мне твоя мотыга, ну не ладно. Не знаю, короче, все, ты оставайся тут, если боишься, а я пошел сражаться с этой дурацкой коровой. Я тоже пойду сражаться. Ничего себе, она такая сильная. Она слабая очень, я ее сейчас убью. Я вижу, как ты ее убиваешь, да, блин, а что нам теперь делать-то, ладно? Сейчас я подниму быстренько свои вещи, и тогда-то я ее точно, блин, офигеть. Блин, а как мы теперь даже вещи не заберем, она нас убивает вообще по-жесткому. Блин, давай тогда новые вещи нужно выбить, еще круче, чем даже у нас старые вещи и так.
тогда все будет очень хорошо. Так, почему у меня лаки-блоки выпадают не так, как надо? О, ты чё? Тут куча монстров заспаунилось, нет! Ничего себе, ты какой-то апокалипсис устроил, ты чё наделал, профессионал? Ух, ну ладно, нужно быстрее выбить какую-нибудь алмазную броню. Отстань, дурацкая корова. А ну-ка, о, нет, нет, ловушка, блин, я сгорел. Ой, огурцы, а ты где? Я вообще не понимаю, как мы теперь здесь выживать будем, пипец просто. Я тоже ничего не понимаю вообще, что происходит. Какие-то зомби-гиганты тут у нас на карте. Что за фигня? О, золотые яблоки, нужно быстрее съесть. И, блин, не успел. Там, короче, профессионал, одно золотое яблоко есть. И если мы его съедим, то тогда мы будем бессмертными, ты понимаешь это? Ой, да ну нафиг, ну бас, давай лучше убежим куда-нибудь, переночуем. И может и монстры исчезнут, и мы с этой коровой справимся. Как тебе такая здесь? Да, хорошая идея. Вот я как раз выбил шерсть, мы сейчас сделаем кровати и переночуем. Быстрее, погнали вот в ту сторону. Ай! Ух, ну все, мы поспали и да, монстры исчезли, смотри. Да, только эта корова осталась здесь. Да, ну ничего страшного, давай тогда продолжим открывать лаки-блоки. И о, смотри, с первого лаки-блока мне выпало полный комплект золотой брони. Ну что у тебя там? Еще что-нибудь прикольное выпало? Мне вообще ничего не выпадает, кроме взрывов дурацких. Я видел, это было реально круто. Блин, только как нам убить эту дурацкую корову, я до сих пор не понимаю. Просто вообще жесть. А ну-ка. Пошел в рукопашную, я убью. На, дурацкая. Ну давай, удачи тебе, профессионал. Она сейчас тебя получай, просто с двух ударов убьет, я сказал. Да блин, у него бесконечное количество жизни, надоело уже. У меня есть какая-то зелька, которая очень крутая. А ну-ка, получай, корова. И смотри. Что за зелька? Ей вообще пофигу, походу. Какая-то странная зелька, ну ладно. Короче, я уже реально не знаю, что делать. У нас остается очень мало лаки-блоков. И, короче, что будем делать, профессионал? О, стой, погоди. Здесь какой-то меч валяется странный. Какой-то рыбий меч, смотри, прикол. Рыбий меч, что за фигня вообще, что за... Я не знаю, я такой меч вообще в первый раз в жизни вижу, реально. Да какой-то дурацкий меч, я тебе хочу сказать. Ну-ка, он сильный, давай я на тебе протестирую. Получай, получай, профессионал. Ну я вообще ничего не чувствую. Что за фигня, какой-то слабый меч, а возможно... О, ты умер. Ну, возможно, он сработает на корове, давай проверим. Давай проверим. Ну давай, дурацкая корова, иди сюда, мы с тобой посражаемся, получай с моего меча. Да! Реально сработал, офигеть! Да, мы убили эту дурацкую корову, из нее выпала какая-то коровья броня. Вот это прикол! Смотри на меня! Ну бас! Ты как дурак выглядишь вообще! Да ты тоже не лучше меня в своем нагруднике! Слышь, отдай мне этот нагрудник, а? Нет, не отдам, у меня и так ничего нету, отстанет меня. Ну и ладно, короче, давай тогда быстренько продолжим. О, ничего себе, ты фейерверки выбил. О, да! Нет, я выбил кучу крутых вещей. Тебе наконец-то немножечко хоть везет. Ой, блин, а мне не везет. А тебе нет, лошар. Мне даже житель какой-то выпал. Ну ты крутой. Ой, блин, не успел потушиться. Да что ж такое-то? О, теперь мои вещи. Отдай мои вещи, слышь. Не отдам, не отдам. Сейчас я тебя затроллю. Ну бас, на, держи лаву. Тебя затроль, дурак. У меня есть крутая удочка, я тебе буду отталкивать ей бесконечно. Нет, ты не будешь. Отдай мои вещи. Ты что, офигел, что ли, совсем? Ну и ладно. Ладно, ладно, держи, на. Спасибо большое, спасибо. Не нужны мне твои золотые вещи, дурацкие. Да, мне тоже твои не нужны алмазные, пока, все. О, житель, ты чё бьёшь жителей, не надо бить их. Я лучше буду открывать лаки-блоки и все, короче, пока, профессионал, давай, давай. Не, я буду мешать тебе открывать лаки-блоки, а слышь, это мой. Слышь, чё это мой лаки-блок? Ты чё у меня тортик украл, слышь, отдай мне. Нет, я тебе не отдам тортик, понял? О, а чё у тебя делает мой рыбный меч, а ну-ка, отдай мне его, а? Не отдам я тебе ничего, я его лучше съем. Не понял, ты чё, сумасшедший, что ли, профессионал? Зачем ты съел рыбий меч? Вообще-то он вкусный. Вкусный, ну ты сумасшедший. Ловушка, ловушка, нет. Я тебя освобожу, ну баска. Не давай, ты мне нифига не помог, лошара. Ну и ладно. Так я не хотел. Надеюсь, ты тоже попадешься в ловушку и потеряешь все свои вещи, понял, да? Да. И вообще, ты в курсе, что мы до сих пор не построили с тобой дом, который хотели построить? А, ну да, так-то уже скоро опять будет ночь, придут новые монстры, так что давай с оставшихся лаки-блоков добудем ресурсы. Давай добудем, только правда у нас остался один лаки-блок. Да, всего лишь один, блин, и что делать будем? Неужели придется копать дерево? Не знаю, ну походу да, все, у нас вообще кончились все лаки-блоки, пипец. Ну смотри, что у меня есть. Что у тебя есть? А, блоки?
Ну да, в принципе, неплохие блоки. Мы, думаю, с помощью них построим дом и будем там прятаться от монстров. Ну, у нас также еще есть вот это убежище, которое мы пережили первую ночь. Поэтому, я думаю, тут можно еще будет потом пожить и переночевать, да? Да-да-да, вот вместе с тортиком. Круто, вот. В общем-то, я его скушаю, ты не против? Да, спасибо большое. Вот, в общем-то, ребят, на этом мы уже будем заканчивать. Вот, мы сейчас будем строить дом и продолжим развиваться. Вот, с вами были мы, Нубик и Профессионал. Всем пока. На тебе, Профессионал, какашка, получай, на-на-на.